Обладательница карьерного «большого шлема» Мария Шарапова опубликовала головокружительное фото в Инстаграме. На нем теннисистка предстает в купальнике на фоне заходящего солнца. Закат, напомнила Мария. Шарапова, победительница 36 турниров WTA Тура, включая 5 мейджоров. Мария – одна из 10 теннисисток за всю историю, собравших карьерный «большой шлем». Из-за проблем с предплечьем Шарапова не выступила на турнире в Майами. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем Инстаграме.